16 майда президенттик администрация сунуштаган мыйзам долбоору боюнча талкуу болбой калды. Бул эмне деген мыйзам долбоор? Эмне үчүн үзгүлтүккө учурады? Кененирээк айтып беребиз. Өткөн жылы, тагыраагы 2022 жылдын 28 сентябрында президенттик администрация 1992 жылы кабыл алынган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам заман талабына жооп бербей калганын, моралдык жактан эскиргенин жүйө келтирип, жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон. Бул сунушталган долбоор сөз эркиндигин чектейт деген сындар айтылгандан кийин президент Садыр Жапаров жумушчу топту түзүп, мыйзамды толуктап иштеп чыгууну тапшырган. Анткени президентибиз бийлик астанасын аттагандан баштап сөз эркиндигин колдой турганын айтып келет эмеспи? Сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир угунтук болуп аткан болсо болушамын. Ошентип 2022 жылдын декабрында жумушчу топ түзүлүп, ага президенттик администрациянын өкүлү Мурат Укушев баш болгон 5 киши, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен, ошондой эле медиа коомчулуктан 15 киши кирген. Ал ушул чогулган топ бир пикирге келип, мыйзам долбоорун иштеп чыгышмак. Топтун түзүлгөнүнө 6 айдан ашыгыраак убакыт өттү. Андан бери эмне өзгөрдү? Алгач жумушчу топ 2023 жылдын 1 мартына чейин аталган мыйзам долбоорун жеткире иштеп чыгып, коомдук талкууга кое турган болгону айтылган. Бирок мыйзам долбоор ал мезгилде дагы сынга кабылып, кайрадан толуктап иштеп чыгуунун мөөнөтү 2023 жылдын 15 майына чейин узартылган. 16 майда жыйын болуп, ага төрагалык кылган президенттин жана өкмөттүн укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Алмаз Айылчиев мыйзам долбоору бир күн мурда коомдук талкууга чыгарылганын, бирок талкууну уланта берсе болорун айтты. Ошондой эле жумушчу тобунун мыйзамдуу мөөнөтү аяктаганын кошумчалады. Вчера нами данный проект закона был выставлен на общественное обсуждение на едином портале коомдук талкуу кабинета министров. Однако, как вы все знаете, по соответствии с законодательством, а именно законом о нормативно-правовых актах, законодательство позволяет в течение месяца еще вносить предложения и замечания и дорабатывать проект закона по итогам общественного обсуждения. То есть даже если срок действия нашей рабочей группы истек, это не лишает нас всех права продолжать вносить предложения. Ооба, чындап эле жумушчу топтун иштөө мөөнөтү 15 майда аяктаса, эмне үчүн чогулушту же алардын иштөө мөөнөтү узартылбады деген мыйзам ченемдүү суроо сиз менен бизде жаралмак. Мындай суроолорду катышуучулар дагы беришти. Как вы правильно отметили, работа рабочей группы была завершена вчера согласно указу президента. Это первое. И второе, мы бы хотели узнать статус сегодняшнего заседания. В качестве кого мы здесь сидящие находимся на этом заседании? И третий вопрос. Вы отметили, что 15 числа вы отправили проект закона, пятый вариант проекта закона на общественное обсуждение. Тогда мы бы хотели узнать статус этого документа. Согласован ли этот документ всеми членами рабочей группы, или же можно считать, что этот документ исходит только от администрации президента? Ага карата президенттин администрациясынын өкүлүнүн жообу мындай болду. Прежде всего, действительно, срок работы нашей рабочей группы истек. Вы знаете, мы уже один раз продлевали срок действия этой группы. Пока на сегодняшний день срок действия не был продлен. То есть он истек 15 числа. Но мы здесь все равно собрались как рабочая группа, как граждане, как активные участники этого процесса. Хотел бы сказать, что вот как я до этого отметил, мы на этом все равно процесс не заканчивается. Почему мы выставили на общественное обсуждение? Потому что срок действия рабочей группы истекал, и этот продукт нужно было выставить на общественное обсуждение, но он был на основе ваших предложений и наших предложений совместных, получается. Где-то учли, где-то не учли.
постарались по максимуму, конечно, учесть. Я хотел бы сказать, что наша работа на протяжении вот этих месяцев, 3 или 4 месяца, я могу сказать, что она все равно была плодотворной, потому что данный проект закона, он значительно отличается от тех вариантов, которые были в начале. Катышучылар учурда кандай максатта чогулуп жаткандыктарын такташты. Мөөнөтү бүтүп калган жумушчу топтун чогулуп жатканы канчалык мыйзамдуу экенине кызыгышты. Какой статус нынешнего заседания? Мы здесь не как члены рабочей группы, получается, сидим, а как граждане, да, вы сами сейчас сказали? Ну, просто как активные формально, граждане. Формально. Не формально, юридически. Юридически, да. Да. В связи с тем, что срок действия рабочей группы истек, предусмотрен распоряжением, и пока не продлен, получается, что мы сейчас как граждане, да, но мы на протяжении 3-4 месяцев вместе работали в этой работе. Я просто поясню, почему этот вопрос. Вот ваш помощник Акылбек сказал, что мы сюда собираемся как члены рабочей группы для постатейного обсуждения, и чтобы... Я закончу, да, вопрос. И чтобы мы доработали этот закон действительно вместе. Но получается, что вы поставили специально заседание для постатейного обсуждения на 16 число, когда 15-го полномочия рабочей группы истекли. Я этот вопрос Акылбеку задал, он его благополучно промолчал. Он в течение последних всех месяцев, все вы молчите, не отвечаете на наше предложение, да? И поэтому хотелось бы сказать, почему постатейное обсуждение не было инициировано тогда, когда рабочая группа еще была юридически в полномочиях? Легитимная когда была. Нам сейчас законодательство не запрещает провести постатейное обсуждение и учесть ваши замечания в случае необходимости. Алмаз, вы же юрист, главный юрист страны, вы же понимаете, что члены рабочей группы, если у них срок действия истек, если мы не смогли свои предложения постатейно обсудить и внести, мы сейчас уже не можем, как члены рабочей группы. Вы предлагаете сейчас рассмотреть по истечению сроков полномочий рабочей группы. Рабочая группа, да, легитимно была в течение практически 6 месяцев, да, полгода. Вот теперь у меня вопрос. Если мы встретились по факту за постатейным обсуждением в первый раз по истечению полугода, то за срыв деятельности рабочей группы, образованной не кем-то, да, а президентом страны, срыв рабочей группы, деятельности рабочей группы. Вы соглашаетесь, что нужно постатейное обсуждение практически и приступаете к нему по истечению легитимности, да, то есть сроков. У меня вопрос. Кто-нибудь понесет ответственность за срыв рабочей группы, ее деятельности, образованной президентом страны? Прежде всего, я не согласился бы опять. Почему сегодня не присутствует председатель рабочей группы и не объясняет сложившуюся ситуацию? Мурат Ханимович, к сожалению, не смог принять участие. Сейчас проходит заседание Кабинета министров. Он принимает участие на заседании Кабинета министров. Я хотел бы еще раз отметить, что я не согласен, Нурбек, с вашим мнением, что был срыв и что мы постатейно сейчас обсуждаем и только предметно. Однако до этого мы, когда собирались тоже в этом зале, также были высказаны многие ваши замечания, предложения. Мы постарались тогда выслушать. Кроме того, на электронную почту в администрацию президента вот нашим коллегам поступали неоднократно ваши предложения, то есть 2 или 3 раза мы их можно тоже считать, что они были постатейными предложениями. Мы старались максимум их учесть. Семетей Аманбеков мыйзам сыйлаган жаран катары жыйынды улантуунун мааниси жок экенин айтты. Мы должны опираться на закон. Законодательного закрепления, да, нету. Поэтому я предлагаю считать, что этот законопроект внесен в общественное обсуждение исключительно со стороны администрации президента и дальше продолжить работу как активные граждане уже в рамках общественного обсуждения, которое есть, как Алмаз Асимович сказал весьма справедливо, в течение месяца. Ошентип жыйын үзгүлтүккө учурады. Президенттик администрациясынын өкүлүнүн чогулуш өткөрдүк, талкууладык деген ою ишке ашпай калды сыягы. Бирок жыйынга төрагалык кылган президенттин жана өкмөттүн укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Алмаз Айылчиев жумушчу топ менен 6 ай аралыгында 7 шаарлык эле кызматташканын билдирди.
хотели узнать статус этого документа. Согласован ли этот документ всеми членами рабочей группы, или же можно считать, что этот документ исходит только от администрации президента? Прежде всего, действительно, срок работы нашей рабочей группы истек. Вы знаете, мы уже один раз продлевали срок действия этой группы. Нужно было выставить на общественное обсуждение, но он был на основе ваших предложений и наших предложений совместных, получается. Где-то учли, где-то не учли. Постарались по максимуму, конечно, учесть. Но есть отдельные моменты, вот в части касается регистрации интернет-изданий в качестве СМИ, и они остались и как прежде, да, изначально. А жумушчу топтун мүчөлөрүнүн пикири Алмаз Мырзаныкынан таптакыр башкача. Ушул жумушчу топтун ыйгарым укуктары бүткөндөн кийин, мына 16 майда бүгүн жолугуп атабыз. Өзү кече бүтүптүр биздин жумушчу топтун ыйгарым укуктары. Узартылган жок. Биздин сунуш пикирлер угулган жок. Жумушчу топ по факту экиге бөлүнүп, бул биз тараптан эмес, ушул башында эле администрация тарабынан экиге бөлүнүп калды дагы. Анан алар мындай паритеттүү же болбосо ушундай бир тең укуктуулук сакталган жок. Биз ушу эмнеге жумушчу топтун ыйгарым укуктары болуп атканда по статейне обсуждение болгон жок, буга ким жоопкерчиликти тартат десек дагы так жоопту ала алган жок. Негизи ушуну менен жумушчу топ болгону 3 жолу эле жолукту. Биринчи жолкусу бул таанышуу иретинде эле жолугушкан болчу. Экинчисинде бул төрага Укушев өзү келген эмес, бизге кайсы бир вариантты беришкен. Анан биз аны талкуулаганга алып кеткенбиз. Бир канча жолу алар бизге ушуну менен 5-чи вариантты берип атат. Биз карап өзүбүздүн сунуштарыбызды бир канча жолу иштеп чыгып бердик, бирок алар биздин сунуштарыбызды эске албай эле башка варианттарын улам берип атат да. Азыр дагы мына кече жумушчу топтун убактысы бүттү 15 майда. Бүгүнкү жыйында уже легитимдүү эмес да жумушчу топтун чогулушу. Биз аны ушул жыйында талкуулай эле деп атпайбы, бул жумушчу топтун убактысы бүткөндүгүнө байланыштуу талкуулаганга уже мындай кеч болуп калды да. Азыр коомдук талкууга жогорку кеңештин комитетине коюлду. Эми талкуу ошол жакта жүрүш керек, бирок бул мыйзамдын варианты биз менен макулдашылбаган, жумушчу топ менен чогуу иштелип чыкпаган вариант болуп калды. Президенттин жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыккыла деп берген тапшырмасы ушундай жол менен ишке ашырылып жатат. Жогоруда белгилешкендей, сөз эркиндигине чек коюлган, жумушчу топтун мүчөлөрү менен макулдашпаган вариант коомдук талкууга чыгарылды. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова жумушчу топтун ишмердүүлүгүн уюштуруу талапка жооп бербегенин белгиледи. То есть, видите, сама работа фактически, я считаю, же из-за плохой организации самой работы рабочей группы, да, распоряжение президента было дискредитировано. Ачык биз коомбуз, ачык айткылам. Ачык айтып тургула, ачык жазып тургула. Азыр бизде интернет деген жакшы нерсе бар. Баарын ошо жака салып койсоң, мен ошо көбүн интернеттен алып Генпрокурорго, ГКМБга, МВДга берип турам. Мына моуну текшерчи деп туруп. Маган ссылкаларын жөнөтөт. Мына момундай деп туруп. А мен сразу ошолорду текшерем. Чыгып ошондой жерден айтып тургула, бул жаман болбойт, жакшы эле болот. Садыр Нуркожоевич, абдан туура айтасыз. Бул сөзүңүздү жерге калтырбай, активисттер, жарандык коом, медиа өкүлдөрү ачык айтып өз үндөрүн сизге жеткирүүгө аракеттенип жатышат. А жыйынтыгы кандай болот? Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма мыйзамсыздыкка, алешимдикке каршы күрөшүп келет. Коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ашкерелеген, чындыкты айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттаңыз. Андан кийин шилтемени басып жазыласыз. Биздин материалдарды мүмкүн болушунча көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз. Андыктан лайк басып, өз пикириңизди калтырыңыз.
Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен байланышабыз. Мыйзам сыйлаган, өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да биздин катарга кошулуңуз.